Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек приложений. Открываем настройки, проходим в раздел «Общие приложения». Нажимаем на три точки в правом верхнем углу, нажимаем «Сбросить настройки» и «Сброс». И на этом всем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.